Учебник 7 класс Афанасьева Михеева, страница 5 и упражнение номер 3. Выберите правильный вариант. Первое. Официальное название нашей страны. Россия, Российская Федерация или Республика Российской Федерации. Ну, я думаю, вы все в курсе, что, конечно же, это The Russian Federation. The official name of our country is the Russian Federation. Итак, в Российской Федерации сколько-то там республики, 62 других региона. Сколько же именно республик? Мы это отвечали на этот вопрос в первом упражнении. Республик 22. There are 22 republics and 62 other regions in the Russian Federation. 3. Национальное правительство России состоит из президента и премьер-министра, президента и совета министров, или же президента, совета министров и совета федерации. Си правильно, то есть у нас три ветви, скажем так, в национальном правительстве. The national government of Russia consists of the president, the council of ministers and the federal assembly. В федеральном собрании сколько же houses, не значит домов, а палат. Сколько палат в федеральном собрании? Палат у нас две. Если что, вот здесь на схеме мы это разбирали, да, вот федеральное собрание и раз палата, два палата. То есть there are two houses in the Federal Assembly. Теперь нижняя палата федерального собрания – это Государственная Дума, Совет Министров или Совет Федерации. Нижняя палата, если что, у вас, кстати, тоже все подписано, это Государственная Дума. Эй, не то. Так, секунду, вот. The lower house of the Federal Assembly is the State Duma. Шестерка. Население России примерно, ну, вы видите цифры, и я надеюсь, хоть примерно знаете, да, что это цифра под номер A. The population of Russia is about 145 million people. Глава Российской Федерации. Президент, премьер-министр или спикер Госдумы. Кстати, спикер я вам вот в этом втором упражнении писала the chairman, председатель. Ну, то есть, по-моему, это, кстати, аналогично, да, мы так и так их можем называть. Ну, в общем-то, главное, что глава Госдумы. В любом случае, именно главой Российской Федерации является президент. The head of the Russian Federation is the president. Восьмерка. Оригинальное, да, то есть изначальное название города, основанного на Неве, на берегах Невы, Петром Великим было Петроград, Санкт-Петербург или Ленинград. Его назвали Saint Petersburg. The original name of the city founded on the Neva banks by Peter the Great was Saint Petersburg. И так, девятый. Восемь древних русских городков, которые известны как Золотое кольцо, включают Сергиев Посад, Переяславль-Залесский, Ростов-Великий, Суздаль, Владимир, Кострому, Иваново и Тверь, Смоленск или Ярославль. По-моему, у вас класс четвертый, вот я помню, это было в... Ой, как называется этот предмет, я не помню. Обществознание, что-то такое. Ну, в общем, Ярославль. The eight ancient Russian towns, which are known as Zolotoye Koltso, the Golden Ring, include... В общем, это все я читаю с английским акцентом, да, и плюс добавляю Ярославль. Последняя десятка. Россия – это земля более скольки национальностей? 10, 200 или 1000? Ну, 10, конечно, очень мало, я думаю, вы поняли, 1000 слишком много. Берем серединку. 200. Russia is a land of over 200 nationalities.